Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новенький скрипт для BizFarm Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду по-прежнему использовать свой личный чит под названием Star. Также ссылочка на него будет в описании. И на скрипт тоже. Перед тем, как активировать скрипт, нам нужно нажать на кнопочку Inject. Нажимаем на нее. И ждем, пока у нас появится иконка Easy Exploit. Перед этим открывается сайт, вы его закрываете. И вот оно появилось. Отлично. Значит, мы заинжектились, у нас не вылетело. И также вот здесь пишет онлайн. Так, теперь вот это стираем. И вставляем сюда наш скрипт. И после этого нажимаем Xcode. Все, скрипт грузится. Сейчас он появится. Здесь, конечно же, мало функций. Но со временем он будет обновляться, потому что он новый. А пока что тут только одна функция, это автофарм. Значит, смотрите. Вот здесь выбираем поле, на котором вы хотите фармить. Ну, допустим, я выберу Sunflower. Все, выбрали. Здесь нажимаем крестик. После этого идем сюда. Здесь нажимаем плюсик. Выбираем вакуум. То есть это получается пылесос. На данный момент, который у меня в руках, он будет фармить поле Sunflower. Все, и теперь после этого включаем вот эту функцию. Автофарм. Как видите, он тпхается, бегает и автоматически фармит за меня поле. Также можно выбрать направление, куда он будет бегать. Допустим, сюда, можно в эту сторону бежать, можно здесь. Короче, в разную сторону, какую хотите. Вот, он будет бегать и за вас автоматически фармить. Как видите, все работает, все прибавляется. К сожалению, он не собирает токены, которые появляются от пчел. Что-то я застрял, все отлично. Вот, но со временем я вам сказал то, что скрипт будет обновляться из-за того, что он новый. Вот, и появляться будет каждый раз все больше и больше функций. В принципе, можете использовать. Скрипт довольно прикольный. Автофарм работает. Все нормально. Ну, на этом я буду заканчивать. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.